что было, то прошло вчера. Начнется новый день с утра, а значит, будет жизнь легка, прекрасна и добра. Не важно, холод ли жара, начнется новая игра. Глаза открой, проснись и пой, пришла твоя пора. Пришла твоя пора. Доброе утро, друзья мои, пришла пора вставать. Продолжается наша женская зарядка вместе с Ольгой Фирстовой. Всем привет, очень рада вас снова видеть. Мы начинаем с вами снова зарядку с нашим стулом. Поехали! Следующее наше упражнение основано на ягодице. Ложимся на пол. Ножки поставили на стул. Приподняли ягодички немножечко. Вверх. Ступню стараемся поставить на стул. Поднимаемся. Раз. С лобковой костью вверх и вниз. Два. Выпрямляемся полностью вниз. Шесть. Следующее упражнение – поднятие корпуса вверх. Фиксируем ножки на стул. Мы максимально сейчас проработаем с вами весь корпус. Поднимаемся раз, задержались на 5 секунд. Опускаемся вниз. Для следующего упражнения нам нужно сесть на стул. Упражнение основано максимально на пресс и на другие группы мышц. Фиксируемся на стуле, приподнимаем ножки вверх, так чтобы ягодички и лясочки могли немножечко приподняться. Выпрямляем ножки. Сгибаем. Выпрямляем. Фиксируемся на 10 секунд. 9, 8, 7. Снимай только Ольгу. Следующее упражнение у нас будет основано на растяжку ног. Фиксируем ножку на стул. Желательно, чтобы носочек был развернут к спинке стула. Ручками потянулись вверх, делаем вдох. Выдох, ложимся на ножку. Фиксируем ручки плотно ладошками. У кого ладошки не достали до пола, фиксируем их на кроссовочек. Хорошо, потянулись вверх. И потом сразу же мы с вами сгибаем ножку и трогаем с вами стеночку стула. Теперь с вами другую ногу делаем то же самое. Поставили ножку. Наша зарядка подошла к концу. Больше двигайтесь, друзья, ведь движение – это жизнь, а не движение – целлюлит. Да, кстати, если вы хотите показать свою зарядку, то пишите и звоните нам. И не забудьте позавтракать. Доброе утро, друзья мои! Пришла пора завтракать. Сегодня нам завтрак приготовит девушка, которая недавно пополнила ряды программы «Благовещенск. Инструкция по применению». Знакомьтесь, новая дежурная по рубрике Ирина Живцова. Всем здравствуйте! Сегодня на завтрак мы приготовим пирожное картошка. Чтобы приготовить картошку, вам понадобится печенье, какао-порошок, сгущенное молоко, сливочное масло и ванилин. Так, для начала нам нужно растолочь печенье до мелкой крошки. Много? Ну, в зависимости от того, сколько мы с тобой захотим съесть печенье. А мы захотим пирожное. Много? Да. Толочь можно чем угодно, даже таким дедовским способом. Но если время не терпит, используйте блендер или мясорубку. Что дальше делаем? Так, дальше у нас получается нужно смешать масло со сгущенкой. Масло со сгущенкой.
100 граммов масла смешайте с 3 столовыми ложками сгущенного молока и хорошенько размешайте до однородной консистенции. Ну, в принципе, у нас все для приготовления пирожного уже практически готово. Осталось добавить 2 столовых ложки какао и ванилин. Не вопрос, начинаем все смешивать. Теперь нам осталось только 2 эти тарелочки, собственно говоря, смешать вместе и слепить картошку. Колбаски. Колбаски или картошку? Колбаски, картошки, ну... Кто на что гораздо. То есть, получается, массу из сгущенки какао и масла следует смешать с печеньем. Тесто должно получиться очень густым. Так будет удобнее формировать пирожные. Расскажи мне, как ты попала в программу «Благовещенская инструкция» по применению? Я думаю, многих наших телезрителей мучает этот вопрос. Я там искала, собственно говоря, работу. И совершенно случайно увидела по телевизору объявление, что будет проходить кастинг. Вот как попадает дежурный. Да, вот так я и попала, собственно, в эту передачу. Прошла кастинг, и меня взяли. Вот не поверишь, аналогично. Ну что это мы все о работе, да о работе. Тесто уже практически готово. А теперь у нас будет урок очумелых ручек. Что мы делаем? Мы лепим картошку. Это все делается руками. Тут разгул для вашей фантазии. Можно лепить в форме котлет, можно шарики, а можно в форме колбаски, а потом эту самую колбаску порезать на небольшие куски. Пирожные картошка от Ирины Живцовой готовы, осталось только поставить в холодильник на час. А вам я желаю приятного аппетита, хорошего дня, прекрасного настроения. Пока-пока! Всем доброго утра, доброго четвергового утра. Взбодритесь, сегодня 29 ноября. В нашем эфире как раз настала пора узнать, чем же интересен этот день. Сегодня праздник у одной из букв русского алфавита, буква Ё. Ее предложила начать использовать княгиня Екатерина Дашкова 29 ноября 1783 года на заседании Академии русской словесности, директором которой она была. Заменить на Ё решили сочетание звуков Ио. 229 лет назад новаторскую идею поддержали передовые деятели культуры того времени. Гаврила Державин, например, начал использовать Ё в личной переписке. Так Ё прочно вошла в русский язык. Сейчас есть сторонники не использовать Ё на письме, например. Они считают, что так проще. Но все-таки есть интересный случай. Например, если взять слово «поем» и убрать 2 точки, получится «поем». «Мы поем» или «я поем». Или слово «передохнем». Если вместо «ё» прочитать «е», то получится «сами видите». Так что любители буквы «ё», а также обладатели собственных имени, фамилии буквы «ё», сегодня ваш праздник. А в Преамурии этот день также отметился событиями в области образования. 77 лет назад актуальным был вопрос ликвидации неграмотности в 1935 году. 29 ноября этого года в горсовете решили обязательно обучать юноши до призывного возраста, чтобы не шли в армию неграмотными или малограмотными. 40 лет назад изменили одну из школ Благовещенска 29 ноября 1972 года. Тогда детской юношеской спортшколе номер 1 изменили статус. Она стала областной детско-юношеской спортивной школой. Вот такие образовательные события этого дня. Желаю и вам научиться сегодня чему-то полезному. Всем хорошего четверга. Счастливо! Снежная погода принесла благовещицам не только неудобства, но и положительные эмоции. В городе начался бум снегостроения. Снеговиков можно увидеть во дворе, на площади, а также на набережной. Материал для поднятия настроения смотрите далее. Как не было зимы в городах и селах, и никогда б не знали мы этих дней веселых. Не кружила б малышня возле снежной бабы, не петляла бы лыжня, кабы, 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 не петляла бы лыжня, кабы, кабы, кабы. Кабы не было зимы, а все время лето, мы бы не знали кутерьмы новогодней этой. Не спешил бы Дед Мороз к нам через ухабы, лед на речке бы не замерз, кабы, 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 лед на речке бы не замерз, кабы, кабы, кабы. Кабы не было зимы в городах и селах, и никогда б не знали мы эти дни веселые.
Издавна на Руси говорили: да поможет нам F1 и да сохранит нас F2. Всем привет, настала пора совершить прогулку по просторам портала Amur.info. Чем запомнился минувший день? Наиболее популярными в ленте новостей стали следующие события. В Амурской области принят закон, по которому ветераны труда, военной службы, почетные доноры и другие категории граждан перестанут получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, если их пенсии в полтора раза выше прожиточного минимума. Вопрос: чьи интересы представляют депутаты, хочет знать СПЭК. Странный вопрос. Свои, исключительно свои, а на всех здоровья не хватит, отвечает зритель. Да все нормально. Сейчас сократим численность населения страны, дебет с кредитом сойдется и будем жить хорошо, мрачно шутит гуру. Минвосток развития предлагает установить для вновь создаваемых на Дальнем Востоке предприятий нулевые ставки по налогам на прибыль, имущество и по земельному налогу. Безусловно, хитрый ход правительства, дабы олигархам не платить налоги, а с народа, что здесь проживает, драть по полной программе, пишет БИС. Схему откатов упрощают, уверен ЙО. «Газпром. Мечты сбываются», вспоминает классическую фразу Синд. Верховный суд России разрешил показывать «Дом-2» в любое время суток. «И мы счастливы!» – пишет Микляй. Видимо, суд в полном составе фанатеет от этой передачи, предполагает «Я одна такая». «Как там дела у Водонаевой? В курсе кто?» – волнуется человек с неразборчивым ником. «Э, а что это вы тут все делаете? Дом-2 уже 13 минут как идет», – напоминает сервус. Блогеры отличились в следующих темах. «Ленивая весна» пустилась в размышления. «Почему кому-то достается счастливая судьба и даются абсолютно все возможности при рождении, а кто-то всю жизнь бьется головой о стену? Неужели правда выше головы не прыгнешь?» О начальниках и лидерских качествах пишет Корожем Качан. «В современной России ты можешь стать кем угодно – политиком, бизнесменом, инженером, известным актером, шоуменом и так далее. Для этого достаточно иметь лишь необходимую силу – силу денег, силу связи и силу власти. Если у тебя всего этого нет, ты начнешь свой профессиональный путь с нуля, и над тобой будут стоять один, а то и два, а то и три начальника». Детско-юношеский ночной клуб обнаружил в центре города Дмитрий Гудзовский. Народу сотни две, многие даже с натяжкой на 18 не тянут. Пойло по залу не разносят, все страждущие кучкуются у стойки. Периодически подростки сволакивают своих, совсем уж невменяемых, на выход. У выхода трутся гиены. Эти падальщики дежурят в ожидании перебравших дур с понятным интересом. Их хари уродливые и мрачные, на вжатых в плечи головах, мелькают то тут, то там. Все как всегда. Искать нашим доблестным стражам приятнее и удобнее там, где близко и светло. А вон туда, поодаль, свет фонариков явно не достает. Такова общая картина прошедшего дня на сайте Amur.info. Пусть новый день будет в 58 раз лучше. Любые отзывы, пожелания и замечания можете писать по адресу воскобойников@list.ru. Помните, интернет – это великая сила. Используйте его с умом. Увидимся. Что было, то прошло вчера. Начнется новый день с утра. А значит, будет жизнь легка, прекрасна и добра.